слышите? Он плачет. Потому что мы спим. Спим. Привет, народ. Вышли с ребятом погулять. И хотел рассказать вам, как заставить его спать. Сейчас уже это все сделано. Здесь он спит. Надо немножко только накрыть, чтобы солнышко не попадало. Мы прокатались минут 30, и он заснул, все. Все отлично. Вот нам уже полтора года. Мы так сразу не засыпаем. Как я делаю, я кормлю его до одурения, прям впихиваю в него, что сейчас с трудом уже получается, потому что он что-то мало ест. Так вот, а если еще можно, то дать ему сисочку, если он еще ею пользуется. Вообще будет замечательно. Впихиваем все. Кашу, яблоки, все, что он ест. Сосисочку можно прям. И все это можно еще и с собой взять. Бублики, сушки. Чтобы ему еще на улице грустно не было, чтобы он не скучал. Вот, и идем гулять. А если начинает капризничать, то не в колясочке сначала, а пешочком. Пусть походит, если он ходит. Когда маленький был, то укачивали. А теперь он спокойно ходит, бегает. Главное, чтобы не упал куда-нибудь. Грязненький будет. Как он у вас начинает сидеть в колясочке, все спокойно, значит, скоро все это и произойдет, то есть он заснет. И как он засыпает, все, получаете удовольствие, можете даже куда-нибудь присесть, главное, если начинает ерзать, покачивать. Вот, и все классно. Ну и плюс в том, если это еще и его время обычное, в которое он спит, тогда совсем все супер. Да, и спать он может даже в шумной компании, ему особо это не мешает. И есть еще, конечно, отвлекающие факторы. Это такие, как когда мы с мамой выходим, начинает на ручки проситься, капризничает, да. Самое классное, когда ты один с ним, он молчит. Он у нас красавчик. Скажи всем привет. Он не может ничего сказать, он спит, потому что... О, вот так вот. А еще можно все сделать то же самое, только еще... как гуляете посередине прогулки, вытащить его из коляски, ну, если он начинает уже капризничать, и походить, чтобы он опять же устал, и потом посадить его, как он находится, и все, и он минут 10 и начинает спать. Это меня всегда спасает. Все, всем привет.